Несколько месяцев назад сахар пытались вывезти в Казахстан. Нарушителей задержали сотрудники мобильной группы Челябинской таможни и конфисковали товар. Три товарных партии общим весом 40 тонн перемещались под видом подсолнечного масла, овощей и фруктов. В ходе административного производства товар был изъят и обращен в федеральную собственность. После того, в соответствии с имеющейся компетенцией Федеральной таможенной службы, было принято решение о безвозмездной передаче товара в социальное учреждение. 24 тонны сахара получил Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей Южноуральского городского округа. В комплексный центр социального обслуживания населения города Екатеринбурга передали 16 тонн. Мы уже неоднократно работаем с Челябинской таможней. На данный момент это уже второй раз мы производим отгрузку сахара. Отгрузку сахара мы производим для стационарных учреждений социального обслуживания города Екатеринбурга и Свердловской области. Всего за 2022 год Челябинская таможня безвозмездно передала социальным учреждениям Урала 127 тонн сахара и 32 тысячи пар обуви.